Вот такие фотографии появились в интернете. В соцсетях пользователи оставили под ними сотни осуждающих комментариев. Между тем, в краевом МВД отметили, что вывод полицейских, которые обеспечивали безопасность в Сочи во время чемпионата мира, осуществляется в соответствии с графиком, автобусами и железнодорожным транспортом. Количество мест в воинском эшелоне соответствует количеству полицейских. Они размещались из расчета 6 человек в одном купе. В вагонах предусмотрено сидячее размещение, так как время в пути занимает не более 5 часов, сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.